Руководство Запорожского ГУМВД вместе с участниками шоу-группы 02 поздравили с новогодними рождественскими праздниками воспитанников подшефной Вольнянской школы-интерната. Чтобы дети, лишенные родительского тепла, не разочаровывались и верили в добро, шоу-группа 02 подготовила новогоднюю программу и погрузила детей в настоящую сказку. Как и положено по законам жанра, зло победило добро, а победу над злыми силами отпраздновали многочисленными конкурсами, песнями и танцами. Как рассказал начальник управления кадрового обеспечения областного главка Виктор Нестеренко, руководство ГУМВД и профсоюз всегда уделяют большое внимание шефской работе и помогают детям, которые требуют повышенной заботы. А проведение подобных мероприятий для воспитанников школы-интерната стало доброй традицией. Гости в погонах приехали не с пустыми руками и порадовали детей сладкими подарками. Наградами для милиционеров стали радость и веселый детский смех.